Доброе утро. На завтрак у нас сегодня вот такие вот сырники. Получилось 8 штук. Они такие пышненькие, пузатенькие. Мишка сейчас завтракает, и я его отвожу в школу. Дима еще спит. Он проснется часов, наверное, 10-11. А муж тоже еще на работе. Приедет также часов в 10. Обычно мы едим по 2 сырника. Ну, по крайней мере, мальчишки едят 2 сырника. Ну, а мы с мужем, если не хватит сырников, то можем поесть бутерброды. У нас там есть еще батон, масло, колбаса, сыр. Так что голодными тоже не останемся. А подавать буду со сметаной. Сгущенку мы доели еще с блинами. Ее там было совсем чуть-чуть, наверное, столовая ложка. Так что вот. У нас, конечно же, много варенья, много джемов я наделала, но пока доставать их не буду. Ну все, нам приятного аппетита, вам хорошего дня. Зашла в магнит, купила полбулки хлеба. Свежего там не было, поэтому взяла половинку вчерашнего. 17 рублей. У нас с мужем обед. Погрела супчик, который вчера готовила. Также хлебушек и помидорки черри, которые вчера вам показывала. Мальчишки их вообще не едят. Ну, Дима иногда ест, но в этот раз никто не ел. Я там пару штучек съела и все. Так что все, мы обедаем и отправляемся по делам. Всем хорошего дня, нам приятного аппетита. На ужин хочу сегодня приготовить тушеную картошку с ребрышками. Ребрышки — это как раз те последние, которые мы разбирали. Также возьму чеснок, 2 луковицы и мелкую морковку. Это последняя мелкая морковь, дальше уже буду крупную делать. Надо будет сходить в кладовку и забрать. В первую очередь обжарю ребрышки на растительном масле до корочки. Затем добавлю порезанный лук, морковь, в конце чесночок и затем уже порезанный картофель. Немножко это все обжарю, залью водичкой и поставлю тушиться. Ну, там часа, наверное, на 1,5, чтобы все хорошо размякло. Может быть, на плите буду готовить, может быть, в духовке. Посмотрю. Всем добрый вечер, у нас ужин. Вот такая картошечка получилась, очень ароматная. И также открыли баночку своих огурцов. Не знаю, напишите, считать мне их, не считать. Огурцы делала я. И остатки помидоров черри. Все, мы будем ужинать. Всем хорошего вечера, нам приятного аппетита. Хлеба у нас осталось там немножко, я брала всего полбулки. Он у нас как-то быстро сегодня разошелся. Картошка, кстати, получилась очень вкусная, советую такую попробовать. Вот, муж сходил в магазин, купил еще булку хлеба. Получилось на 29,60.